На уборку мусора в Самарском районе рабочие компании СКК выходят с самого утра. Надо успеть очистить все урны до того, как проснется город. За сутки мусоровоз очищает порядка 400 урн по всей территории района. В автопарке компании более 30 машин. Сейчас работы прибавилось, говорят уборщики. Вокруг еще накладывают. То есть жильцам трудно сходить до контейнеров, выкидывают к урнам. Но не только жители складывают мусор возле урн. Сюда же пустые коробки, ящики складируют торговцы из близлежащих киосков и магазинов. Хотя небольшие урны предназначены только для сбора мелкого мусора. Особенно продуктовые, конечно, магазины этим грешат. Кидают туда свои вот коробочки и вообще всякие вот отбросы. Ну, конечно. Вот эти заполнены тоже бывает. Они хотя не для этого поставили. Турно хорошо чистят, потому что я несколько раз видел машин проезжать, прям оперативно вынимают эти мешки, грузят, вывозят. Это неплохо делается, молодцы, в общем-то, что это все организовали. Ну а то, что магазины выносят, конечно, сумки выкладывают, а и это даже за ними убирают. Из-за большого количества мусора в неположенных местах рабочим приходится тратить больше времени на уборку территории района. Во-первых, это крайне неблагоприятно складывается на внешнем облике Самарского района. Это является нарушением правил благоустройства, является нарушением санитарных правил. За чистоту в городе в ответе не только сотрудники коммунальных служб. Горожане тоже должны быть сознательны и относить мусор не к урнам, а к контейнерным площадкам. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, события.